Алматинской области поддержали инициативу президента о введении моратория на проверки объектов сферы малого и среднего бизнеса до 2015 года. Теперь для динамичного развития отечественного бизнеса, считают предприниматели, есть все условия. В том, что с сегодняшнего дня открываются новые горизонты, уверенный талдыкурганский предприниматель Нигмат Шенгельбаев. Он буквально недавно открыл пошивочный цех. Здесь на поток поставлен пошив спецодежды. Работают 20 швей. Причем все они инвалиды по слуху. Мораторий позволит не только беспрепятственно поставить на ноги бизнес, считает начинающий предприниматель, но и выйти на республиканский рынок. Мораторий это очень дает большое преимущество, потому что необоснованные проверки, все это да, тяжело сказывалось. Благодаря мораторию мы можем дальше работать, пополнять свои оборотные средства, расширять дальше свое производство.